Я считаю, что таким образом отмываются деньги или нерационально используются государственные средства. Эти колоссальные деньги, которые были потрачены на информационную кампанию, которая, я думаю, что не дала эффекта, поскольку до информационной кампании получали социальные пособия более 70 тысяч, после информационной кампании получают 50, около 50 тысяч. На последней конференции, что заявила госпожа министр Валентина Булига. Более того, она не ответила, почему украденные более 10 миллионов из фонда социальных пособий не поступили обратно в государство. То есть вместо того, чтобы получили эти пособия действительно бедные, нуждающиеся, вы обратите внимание, сколько здесь людей нуждающихся, и они не получают, а получают пособия богачи.